Хей-йоу, ребята, всем привет, с вами Ганс. И Спайдермен эксклюзивно для PlayStation 4. В прошлой серии черная кошка, сучка, нас предала. И сейчас мы выяснили то, что кувалда направляется к ней, так как те флешки, которые она украла, там есть чип для отслеживания. А пока мы туда летим, поставь свой самый ползучий и ловкий лайк. Это, как всегда, тебя сделает сексуально сильнее. А мы уже рядом. А вот и кошечка. Фелиция! Бомба. Да ладно, чё, серьезно? Ее взорвали? А вот небось и кувалда, да? Ух, какой он красавчик, охренеть. Блин, я не верю в то, что она сдохла. В смысле, продолжение следует? Чё-то я... Ты... Вы издеваетесь? То есть, я мог в прошлой серии долететь до этого места и закончить на этом серию? Да... Классно я сделал, да? Но я же говорил, что будет отдельная серия по дополнительным заданиям. Как раз сейчас это тогда и устроим. Это пипец. Я думал, честно, это будет следующее задание, и игра затянется примерно еще минут на 15-20. Я не знал, что дополнение такое короткое. Но всякое бывает. Ладно. Блин, а кошку что, реально взорвали? Получается, и сын — это все звездобольство? Охренеть. Вот прикинь, а. Неожиданно. Ладно, давайте пропускать эту заставочку. Титры. Я думаю, ничего здесь такого не будет особенного. А хотя, нет, сцена после титров есть. Я не верю в то, что ее убили. Как так? Ого. А тело так и не нашли? Нет. Но не могло ж ее прям полностью так разнести на куски. Не знаю, но... Все возможно, да, но... Ну, и каково тебе не быть папой? Я думаю, она как-то скрылась. Не быть папой. Нет, серьезно. Честно, это... Все-таки сына нету. Это все было... У нее и так полно проблем. Да, да уж. Пиздоурбольство. Но отец из тебя выйдет отличный, по-моему. Когда-нибудь. Опять они в этой кафешке сидят? Думаю, да. Кстати говоря. Значит, в сиквеле ожидаем пополнения. Да, погнали по дополнительным заданиям. Ну а что еще остается? Прощай, Фелиция. Ачивка получена. Поздравляем, герой. Вы завершили кампанию ограбления. Приключение продолжается в следующей кампании Война Банд. Войны Банд. Так, значит, у нас костюм паука открылся. Давайте туда в нем и побегаем сейчас. Да, он самый. Да? Но я этот костюм видел только на каких-то картинках в интернете. И в мобильной игре Runner. Ну, кстати, чем-то похож на Майлза Моральза со спины. Ну-ка, надо повыше подняться. Осмотреть его. Ого, у него что-то фиолетовенькое блестит на руках. Да, ты посмотри, да. Это то, откуда он паутину, что ли, пускает? То есть это не с кистей, а именно сверху. Ну, кисть, я имею в виду, не внутренняя часть, да, а здесь, наружная. Погоди-ка, давай, где свет стоит, встанем поближе-ка, рассмотрим. А, это вообще на одной руке. То есть это вообще какие-то часы. Ну-ка, посмотрим-ка в фоторежиме. Даже интересно. Так, стоп. Это какой-то браслет, реально. Ну-ка, стоп, разверни. Да не пах нам нужен. Погоди, нам нужна внутренняя сторона руки. Нет, а здесь обычный инжектор паутины, как и здесь. Да? Ладно, давай смотреть, что там по дополнительным заданиям. Что у нас тут осталось? Так, рюкзаки. А мы почти все выполнили, ты посмотри. Осталось вот здесь найти одну карту. Да, и выполнить вот эту фиготень. Все, что ли?
Так, здесь нужно выполнить 5 преступлений. А, не, вот здесь еще 2 картины. Так, ну так как мы находимся ближе к этой части, погнали вот сюда сначала. Да, нормально, да, я вовремя серию закончил в прошлой серии. Офигеть. Эпик файл. Ну ладно, ничего страшного. Я говорил то, что будет одна серия с дополнительными заданиями, и она будет. И скорее всего также это будет небольшая нарезочка. В том плане, то что я буду вырезать как раз вот эти вот полеты на паутине. Из пункта А в пункт Б. Для того, чтобы показать вам все вот эти точки. Потому что мне кажется, когда мы выполним последнее задание, мы встретимся опять с чудилой. И как ни странно, это может быть интересно. То же самое, как мы и соберем все картины кота. Погнали. Салют. Ага, опять. Ну давай. Уговорил. Паутина поможет. Блин, давай побыстрее, что ли, хломай. Да офигеть, а чё ты не пустил паутину там? Паучок! Спасибо. Просто супер! Да пусти ты паутину эту. Во, молодец. Что-то я прям реально... Этот отключен, пора искать следующий. Кашу. Кашу, 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 кашу. Вон туда стреляй, паучок, ты что делаешь? Оп, оп, не пропусти фотобомбу! Уже вижу. Не пропущу. Скилл-чек. Это лайк! Лайк, лайк, лайк. Еще там давайте репостики понажимайте, не позабывайте об этом. Это она вам намек говорит, чтобы вы поставили лайк. Лайки — это развитие прогресса. Так что не забывай. Да-да-да. Даже... Да ё-моё, даже чудило напоминает тебе об этом. Что-то прям мне сегодня на паутине не видел. Это как так? В смысле неправильно? Да. Исекнули мы так нормально, походу. Окей, надо собраться просто. Идеал был близко. Ну ё-моё. Если бы да, кстати, я тут сломал, скорее всего, было бы 35. Это было потрясно! Баба ягодка обожаю опять. Получать славу за чужой счет. Молодец. Так, то скоро мы с тобой разберемся. Пиздючка маленькая. Так, где карта? Угу. А где карта? Ой, карта-картина. Интересно. И как это работает? Они сейчас не были показаны. Такой звук был, как будто я головой... Ах, уже а, я вот, рядом с одной из уже что-то нашли. Карты. Такой звук был, как будто я головой лампу разбил у фонаря. Где-то здесь. Нужно что-то сделать с этим оборудованием. Там в районе. Свидетели сообщают об угрозах младшей жителю. Уже нашел. Всем машинам, выезжайте в Роузвейл. Паучок, поднимись наверх. Во, молодец. А вот и картина. Еще одна картина. Ну да. Поздравляю, детектив. Вы получаете часть награбленного Уолтером Харди добра. Слушай, без обид. Я тут просто просматривал материалы. И? Некоторые свидетели утверждают, что вы с новой черной кошкой работали вместе. Ну мы так с ней это пару правда? Раз пообжимались. Она сказала, собирается исправиться, а я поверил. Я ее обучал, и она сделала немало хорошего поначалу. Увы, от некоторых привычек трудно отказаться. Ее взорвали. Я узнал, что она ограбила бандитов, которых мы прижали. И у нее дома действительно нашел краденое. Ты знал, где она живет? У вас точно были только профессиональные отношения? Какой догадливый, а? Это вопрос как-то слишком личного характера, детектив. Да-да. Пожалуй. Работа у меня такая. Звони, если еще что-то. Так, здесь мы уже одну картину находили. Сколько еще? Одна штучка здесь осталась, правильно? А, вот она прям. Ее даже искать не пришлось.
Окей, все, полетели. Все гораздо проще, чем кажется. Мне просто интересно, почему ту сразу не показали. Мы на нее случайно наткнулись. Опа. Уже рядом. Вот честно, вот костюм, который нам остался последний открыть, он для меня самый такой из тех, которые нам сейчас открыли в этом дополнении. Самый ожидаемый. Одна из украденных картин где-то рядом. Добыча должна быть здесь. Ух, нормально так. Еще картина. Вообще я Алого Паука люблю. Еще кое-что нашел, детектив. Ну, в том плане, как он выглядит, его костюма. Я ему почти сочувствую. Думаю, в итоге... Здорово! Смерть? Ребенок, оставшийся без отца? Поверь, ну, чё, это долго? Вовсе не лучший вариант. Да ё-моё, пропустил нажатие кнопки. Дело касается магии. Смерть Харди все упростила. Если бы он и его дочь просто исчезли, гангстер бы продолжили. Давай, чутьяка. Он бы мог стать свидетелем обвинения, получил бы защиту. У Маджи длинные руки. Есть вещи, которые очень длинные. Бесследно. Одна липка Путина. Тебе осталось найти всего одну картину. Я сообщу, когда найду ее. Да мы знаем, где эта картина, но с другой стороны карты. Кажется, сейчас как раз за ней отправимся. Так, опаньки, приветоньки. Да? Ну да. Подкрепление. Ну, вылезаем. Видимо, по очереди. Это и есть организованная преступность. Ага. Нифига себе. Он быстрее, чем я оказался. И все? Если карьера гангстеров у них не задастся, да, и все. Каскадерами. Так. Это где-то. А где это? А, вот она. А потом как раз вот это задание выполним. Нам в другую сторону. Опа. Полиция что-то тут стояла. Ну, вроде никакого красного восклицательного знака не было. Опа. Блин, какие же все-таки здесь полеты, реально классные. Вот сколько я уже играю в эту игру, да? Прошли с тобой и основной сюжет. И это дополнение закончили. Но, блин, полеты все равно не надоели. 39. Не надоели. Сообщают о вымогательстве Маджи в местном магазине. Это очень красиво. Не-не-не, ребята, потом. Потом. Да, я знаю то, что придется это еще нам потом выполнять для зачистки карты. Но не сейчас. Так. Опа, повыше. Я до сих пор никак не успокоюсь на той мысли, то, что как закончилась предыдущая серия. И как это началось. Ну просто реально это... Это, мне кажется, у меня в голове останется надолго. Опа. Похоже, я рядом с одной из украденных картин. Оп. Она, наверное, вот здесь вот, на крыше. Ну и где ты? Алло. А, вон она, вообще внизу. След исчез. Тихо ты, беги. По стенке. И как нам тут быть? А, вот так. Еще картина. Последняя? Детектив, кажется, я нашел последний тайник. Точно нет никаких других? Точно. Это последняя часть наследия Харди. Не знаю, как тебя и благодарить, паук. Всегда рад помочь, детектив. И знаешь, я думаю, ты прав насчет новой кошки. Приглядывай за ней, ладно? Это для меня важно. Устраняем. А, странно как-то. Что он имел в виду? Лучше перезвоните страхи. Ну да. Стало еще страннее. Загляну-ка в его участок. А, кстати, как он выглядел? А
А я не помню внешность этого полицейского. Отличная подделка. Первоклассник повелся бы. Он чернокожий или нет? Дальше дело за полицией. Если нет, то представь, если... Вот мы сейчас все карты, картины эти нашли, и мы их отдавали же ему, правильно? А что, если это и был Харди? Потому что внезапно ни с того ни с сего у него не отвечает телефон. И он сказал, присматривай за Фелицией. Так, как будто он за нее переживает. Соответственно, как батя. Так, окей. Это значит, куда нам нужно топать? Это нужно топать вот сюда. Так, окей. Ну, как раз попутно. Раз задание, потом то следующее. И мы придем, соответственно, к нему. Все просто. Такс. Опа. Ух, вообще. Красотенюшка. Ну давай, включай свою шарманку. Она меня, если честно, немножко раздражает. Она какая-то глупая. Кого? Белок у тебя? Не хочу даже знать. Нужно вернуть их за решетку, где им и место. Ну давай возвращать. А, ну и... Это разве сложно? Даже странно немного. Ой-ой-ой, забыл я опять про их говорить. Отдыхать. О, мои фанаты такие лапочки. Смотри, сколько желающих поучаствовать. И тебе пока. Эй, помни про цели фотобомбы. Ой, да, даже так. Для тебя все кончено. Ну-ка, давай, оп. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, в тренде, как я там лежу, плашмёй, на земле. Это, конечно, да, было чудно немного. До свидания, полетел водичку. Так. Да кто по мне попал-то, даже не было ничего. Иди сюда, идите сюда, ребята. Ага. Давай, изо всех сил. Ну, ай, что, устал, ЧП? Попал. А еще нет. Офигеть, у меня жизнь, конечно. После этого у меня будет куча новых... Отлично. А, то есть даже можно было не одного, а сразу несколько. Продолжаем веселье! Если кто-то из моих фанатов ага. Считает, что сможет справиться с пауком, это ваш... Надо завалить этого придурка, который ракетами стреляет. Ага. Где ты там? Ты уродец. Пока. Где там фотобомба? Да! Ну, да твою же ты мать. Же лучше. Не дергайся. Ага. Привет. И пока. Вот это было красиво. Вот это мне понравилось. Вот тебе подарок. Почему он побеждает? И еще. Ух, вовремя приземлился. Пока. До скорой встречи. Двоих. Еще кто-то приехал. Что ж такое? Видимо, чудило снимает свое шоу на территории Кувалды. Еще один готов. Еще 50. Давай, иди сюда. Сюда, 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 ребята. Да что ж такое-то? Идите сюда. А, не успел. Вверх. Больно, сопля. У нас большие потери. Блин, ну что я использовал? Зрителям все это ужасно нравится. Вот этого выкинем назад.
А тебя мы сейчас прищучим. Прыгай. Во. А в смысле, как так? Его кто-то подзорвал? Весело. Кстати, немного тяжеловатое задание. Немножко прям. Все как в школе. Вечно я не дорабатываю. Мои фанаты так недовольны, что весь чат в эмодзи-какашках. Какашка. С глазками. Ладно, не будем это перепроходить, я потом это сам пройду. Потому что там есть ачивка выполнить как минимум на серебро все задания. Надо просто мне запомнить то, что это именно в этом углу. А пока мы летим дальше. Я прям как будто драться разучился, серьезно. Я и про гаджеты забыл, и про все забыл. Ну ладно. Сейчас потихоньку освоимся. Так, где это задание? Оно последнее? Да, кажется, оно последнее. Потому что там вверху вроде больше никаких не оставалось. Опа, опа, опа. Так, это получается опять же будет сейчас драка. Но ничего страшного. Думаю, сейчас это задание мы выполним на отлично. Как минимум серебро. Хотя, когда я обычно такие вещи говорю, все совсем наоборот происходит. Так что лучше я буду помалкивать об этом. Да ё-моё, давай, разгоняйся. Ты должен был выпрыгнуть вверх. Подальше. Прям сейчас четко почувствовалось, что он зацепился за справа стоящий стол. Так, вот за этот стол теперь захватились. Опа. Вот мы и здесь. А, мы это задание, кажется, видели. Мы мимо него пробегали. Или пролетали. Какая разница? Ну, здрасте. Ага, ну да. Это что за чип? Это паук называется. Наконец-то движуха! Пам-пам-пам. Это понравится. До свидания. Встречай, паук! А, этот прием. Пока. Прием, там еще сотни репортов. Иди сюда. О, мои фанаты. Это кто там такой? Нет. Смотри, сколько желающих поучаствовать. Опа. Еще меньше, соберитесь. Так, окей. Идите сюда, ребята. Ко мне. Идите сюда. Ну, кто первый? Давай, паучок, мы встретимся. Опа. Готово. Опа. Еще один должен быть. Да. А, не, на этого не работает. А, не успел. Пока. Вижу твою фотобомбу. Фотобомба. Фотобомба. Я говорю, когда ты привыкаешь, это гораздо проще. Блин, а вот это зря. Иди сюда. Со мной связался, как там говорится, в парке, да? Обосрался. Продолжай! Число просмотров бьет все рекорды. Так, ну-ка приклейся. Фотобомба! Иди сюда. Не пропусти. Да. Фотобомба. Привет! Если вы только что присоединились к нам, не забудьте подписаться на канал. Фотобомба. Опа. Так. Иди сюда. Да не так. Вот так. Эй, а чё, он всё сдох? Не, нифига. А почему его добить воздух не смог? Так. Оп. Оп. Еще один готов. Еще 50 лайков.
хорошо, но я могу лучше. А могли, да, кстати, еще и прям чуть-чуть получше, если бы хотя бы еще двоих. Неплохо, но 67% зрителей считают, что могло быть лучше. Ой, да ладно тебе, пускай сами попробуют. Так, ну и все, что ли? Серьезно? Мне ж вроде больше заданий не осталось никаких. Ну да, их нету просто. Странно. Может быть, она должна позвонить? Да, она звонит. Я впечатлена, Человек-паук. Мое шоу стало хитом! Но в новом сезоне будет еще круче. А в следующем дополнении? А пока я с вами прощаюсь. Славно почудили! Намек. Но я думал, мы с ней встретимся, если честно. Хоть бы в новом сезоне она придумала себе имя получше. Кто знает, может быть, все впереди. Да, погнали сюда, и, наверное, скорее всего, мы это сделаем быстрым перемещением. Посмотрим заставку в метро. Мало ли, чтобы в дополнение добавили новые загрузки. Нет, это мы уже все видели. Так. Вот мы и у участка, правильно? Должна быть сейчас, наверное, заставка. Какая-нибудь. Привет. Мне нужен детектив Маки. Маки? Не, не знаю такого. Старый такой, с усами. Либо участком ошиблись, либо вас кто-то разыграл. Разыграли. Да, разыграл. Это точно. Значит, это кот. По любасу. Детектив Маки. Или лучше сказать, Уолтер вот, Харди. Вот-вот. Эй, не суди меня строго. Я сделал то, что было нужно. Твоя дочь считает, что ты погиб. Пусть продолжает считать. Для её костюм же блага. Костюм-то все-таки красивый тоже. Ладно. Ладно? Ты меня одурачил. С чего мне что-то делать для тебя? Потому что ты хороший парень. Береги мою девочку. Он ее любит. Ох, какой же я лопух. Надо стать таким же бессердечным циником, как все вокруг. Родина. Получен опыт. Долгий срок, ачивка получена. Так. И... 1%, я думаю, особой роли не сыграет. Так, теперь, здесь нам нужно выполнить преступление. А, кстати, получается, мы все дополнительные задания-то и выполнили. Их больше не осталось. Это насилие, возможно, оружие. Немедленно выезжайте в Челси, прием. В общем, нарезку можно не делать. Тут, в принципе, вырезать особо-то нечего. Но повыполняем вот эти все остальные штучки, плюшки. И, надеюсь, ты вместе со мной откроешь последний костюм. Осторожно, эти пушки могут выстрелить. Что? Это паук! Вверх, вниз. Пока. Все? Иди ко мне. Куда побежал? Отдыхай. Да, и все. Кувалда работает так грубо. Осталось еще два преступления в этой области выполнить. А вот и Джона. Мои верные слушатели неоднократно сообщали мне, что Человек-паук занимается откровенным вандализмом. Ломает блоки электропитания и портит другие вещи, являющиеся общественной собственностью. Ну конечно, конечно. Некоторые утверждают, что он вроде бы что-то ищет, но всегда уходит с пустыми руками. Друзья, мне кажется, пора заявить, Человек-паук скоро окончательно слетит с катушек. Хотя и без того нельзя сказать, что человек, скачущий по городу в костюме насекомого, безопасен для общества. Но теперь он либо ищет несуществующие вещи, а это уже галлюцинирование, либо больше не может контролировать свою агрессию. В любом случае, пора вызывать людей в белых халатах. Желательно с очками для насекомых. Ловить насекомых ведь все еще модно, да, Джаред? Что значит, это никогда не было модно? А, Джон, обожаю тебя, если честно. Так. Мы из зоны-то вышли из этой, да? Да, мы из этой области вышли. Офигеть, здесь вообще ни одного задания мы не... Преступления не выполнили. Так, окей. Возвращаемся сюда. Наверное, вот как раз мы ее преодолели, правильно? Маджия подозревается в установке да. взрывчатки. Происшествие в районе Union Square. Подтвердите. Уже рядом. Ай-яй-яй-яй-яй, давай вправо. Во, долетели. До верхушки крыши. Опа. Так. Кто здесь у нас? Парни кувалды заложили бомбы в том здании. Надо узнать у дежурного, что как.
Дежурный. Вот он там. Что происходит? Там наш свидетель. Но люди кувалды заложили внутри бомбу. Ничего, я позабочусь о бомбах. Сейчас всех спасем. Ух. А в смысле внутри? Прям в самом доме, что ли? Это как так? Или здесь просто на крыше? А, на крыше. Я-то уж обрадовался, но нужно идти внутрь дома. Так, паук, оказалось-то нет. Не думай, что может случиться. Так. А, давай по минималочке, как всегда, пойдем. Раз. Два. По минималочке. Так. Здесь ты сейчас пока ничего не сделаешь. Опять по минималочке. Вниз. Вот так. Прямую. По минималочке. Ага, минус 3. И 1. Ага. Делаем тогда вот так. Сейчас, наверное, будет перебор. А, не, не перебор. Вот ключ. На дополнительных бомбах пошел отсчет. Быстро! А где они? Погоди. Так это он вверху, да? Тихо! Офигеть, их вообще почти незаметно. Ой-ой-ой-ой, я способность использовал. Тихо-тихо-тихо-тихо, паук. На другой конец. Добрый вечер. Все готово? Да? Это было потрясающе. Осталось одно задание. В смысле, преступление. Спасибо. В случае чего я буду рядом. В этой области. Так что пока что будем летать и общаться с тобой. Кстати, скорее всего, приятного аппетита. Давай пиши, что там кушаешь или пьешь. Так. Но в этой области, да, еще в этой. Угу. Да, последнее осталось. Давайте, давайте, какое-нибудь преступление. Кто-нибудь машинку взорвите. Драку начните. Пожалуйста. Милости просим. Ну, 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 преступление. Вы где? Я супергерой, мне нужна работа. Я должен спасать людей. В конце концов. А город слишком спит спокойно. Надо сесть на горгулью. Только сначала ее нужно найти. Она вон там вдали. Или вон на той вышке. Да, на следующей вышке. На Empire State. Даже вон. Она светится. С правой стороны. Всем патрулям. Поступило сообщение об исчезновении свидетеля по делу Маджии. Да, правда? Внимание, нужно подкрепление во Флэт-Айроне. Опа! Красивое начало. Но мы уже рядом. Совсем рядом. Люди кувалды кого-то похитили. Надо помочь. Такой груз в багажнике! Это опасно! До свидания, отдыхаем. Бай-бай. Еще один остался. Да, блин. Я попал. Прикинь, мимо кнопки нажал. Как так? Вот и все. О, вылез ты, посмотри. Сам, молодец. Спасибо, черный. Человек-паук. Теперь я точно дам показания. Рад, что ты цел. Береги себя. Так. Так, здесь тоже выполнено. Здесь тоже. Здесь. Здесь еще 4. А здесь еще 5. Поехали в эту область. Подождите. Скоро за вами приедет. Нафиг его знает. Может быть, кстати, костюм-то уже открыли? Нет, не открыли. Мне так хочется на него посмотреть. Так.
Скорее всего, я сейчас что сделаю? Одно преступление я еще сделаю вместе с вами. А потом без вас я зачищу всю эту область. И специально для тебя, да-да. Запишу, как я его буду открывать. О, бомбы. И мы точно посмотрим этот костюм. Паук-бот активирован. И на этом будем заканчивать. Он найдет другие бомбы. Ну, Коська, буль. Буду искать другие. Ну, тут легко. Ничего сложного. Хотя 5 бомб, офигеть. Готово. Обычных сколько было? По 3 штуки? В фургоне? Ну, конечно. Где же еще? Так, еще бы. Осталось еще несколько. Так. Далековато, кстати. Ты посмотри-ка. Ее даже не слышно. А как так? Бомба. Ты где? Надо искать огоньки на датчиках бомбы. А вот она. Под фурой. Нет, не под фурой, под легковой. Обезвредил. Еще одна. Не-не, это легко. Эти задания очень легкие. Фух, готово. Мне чем-то эти мусоровозки, которые сейчас рядом стояли, напоминают мульти с 60-х. Ой, 60-х, 90-х. Когда паук только на себя одел черный костюм. И как раз он там то ли машину поднял, потом он залез под пожарную машину. Вот. Да, пожарная машина была. Не мусоровоз. Но почему-то ассоциацию вызвалась именно с этим. Так, ну все. Мы с тобой перемещаемся на открывание нового костюма. Ну что, давайте смотреть последний костюм. Так. Вот он, красавчик. Кстати, они прям вот они. Вот они. Рядом. Это и тот алый паук. Так, вообще. Давай его смотреть. Блин, какой он четкий, да? Ты посмотри. Его вот эти кровавые глаза просто прям ух. Ты посмотри. Давай немножко на нем полетаем. За него поиграем как раз. Кстати, когда играешь во вторую часть по фильму на мобильном приложении, там открываешь вот этот костюм. И как ни странно, когда он пускает паутину, она у него почему-то черного цвета. Опа. Да. Визуально этот костюм смотрится четко. Но на этом будем заканчивать. Следующий DLC у нас будет выходить в середине, то ли в конце ноября. Ссылочка на плейлисты пабли ВКонтакте будет в описании. Подписывайтесь, не забудьте поставить сочный лайк. А также рассказывай своим друзьям и жмякай на колокольчик, будешь знать о выходе новых серий самым первым. Спасибо за просмотр, до скорых встреч, пока-пока. We'll be right back.